Эфир телеканала «Кубань-24» продолжает программа «На стороне закона». В ближайшие несколько минут расскажем о происшествиях в крае. Меня зовут Вячеслав Ширяев. Здравствуйте. Отъезжая, то буду стрелять. Наплыв отдыхающих в Сочи бьет рекорды прошлого года. Билеты на электричку из Краснодара раскупают за 3 дня до отправления. А знаменитый серпантин покоряет тысячи автолюбителей в день. Местные приезжим не симпатизируют, а когда те еще и парковочные места занимают, гонят домой. Конфликт в Адлере так и начался. Автолюбители не поделили место у забора. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой один из мужчин произвел выстрел из травматического оружия. Очевидцы происшествия незамедлительно сообщили о случившемся в полицию. Сочинские полицейские прибыли на место происшествия в течение 5 минут. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Других любителей решать проблемы с винцом полиция еще и ищет. Мужчину устроили разборку со стрельбой в частном доме. Их записал на телефон неравнодушный сосед сверху. Все по протоколу. Приехали с автоматами. По нашим подсчетам было 9 человек. Вбежали в жилище и открыли огонь. Ох, понеслась. Ориентировка на всех участников бандитского Сочи передана дежурным нарядом. К розыску подключились сотрудники и военнослужащие Росгвардии. Криминальный бизнес манит легкой наживой и большим кушем. Вот только входной ставкой в него становится свобода. В Геленджике завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы. По данным следствия, криминальная бизнес-вумен приобрела крупную партию наркотиков. Видимо, готовилась к встрече гостей в летний сезон. Наладить оборот товара она планировала с помощью проверенного способа, а именно тайниковых закладок. Правоохранители изъяли у злоумышленницы 270 свертков с метилэфедроном общей массой около 150 граммов. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Предполагаемое 228 статьей наказание может обеспечить женщине 20 лет раздумий над своим поведением. Со льда на ринг. Вчера хоккейный матч «Олимп-Айсберг» в Саратове перерос в бойцовский поединок «Стенка на стенку». Играли 13-летние спортсмены. Счет был 6-3 в пользу команды из «Горячего ключа». Когда до конца матча осталась минута 10, а одного игрока «Олимпа» команды «Самары» удалили, игроки в желтой форме пошли на крайность. Вырвать победу решили кулаками. Ледовое побоище началось по правилам хоккея после свистка. Вот так финал. Родители спешат на лед. А за ними судьи и тренеры команд. Разнять 2 полных хоккейных состава стало задачей всего стадиона. А вот смиряться с проигрышем игрокам из Самары пришлось в одиночестве после драки. Сегодня вместе с юристом Алиханом Дадаевым мы еще немного затронем тему автоподстав, разберемся в нюансах и в том, как реагируют страховые компании на подобные случаи. Также затронем тему аренды квартиры. Вы должны прекрасно понимать, вот, кстати, тоже, опять же, совет, почему не стоит на месте договариваться, что вот у меня тоже люди обращались, поймали вот такую группу автоподставщиков. Вот, и человек, который оказался виновником ДТП, ну, так получилось, да, там, он ехал, и его потом тоже привлекали. Полиция его сначала привлекла как свидетеля, потом еще его проверяли, не является ли он, потому что они созванивались несколько раз, там, ну, не знаю, по причине чего, не потому что, как бы, да, созванивались, то есть с участниками между собой, этот виновник и потерпевший, который якобы потерпевший. Вот, и полиция его проверяла по факту того, что он участник. И даже ему говорили, что давайте вы пойдете на сделку со следствием. А мы вам много просить не будем. Чуть-чуть попросим и все. Так, вот. А он говорит, да я не виноват, как бы, то есть это так сложилось. Ну, то есть это ДТП было, я не знал, что это. Ну, в итоге там его оставили в качестве свидетеля. Но я говорю к тому, что на сегодняшний день это очень интересная тема для разработки именно у сотрудников полиции. Это тема для того, чтобы расследовать преступление, да, получить то есть соответствующие вознаграждение за то, что ты нашел преступника, да, разоблачил банду или еще что-то. А тут дело очень, ну, то есть таких вылавлю, я говорю уже, их быстро можно высчитать. Вот. Поэтому там тоже не сидят на месте, и ребята там не все глупые, да, они, если им очень сильно захочется, они свою работу сделают. Да, поэтому
Сегодня это не так сильно развито. Ну, есть, которые... На сегодняшний день это люди, которые, ну, как сказать, как бы их назвать бы помягче, да? Это люди, которые... Не сказать, что это... Раньше это было как-то организовано, да? То есть раньше... Вот когда в Волгограде это массово, там была Волгоградская область, потом с Волгоградской области это пошло в Ставропольский край, со Ставропольского края к нам сюда, в Краснодарский край, когда мы трубили на всех нас новостных лентах, что в Краснодарском крае судья в горячем ключе, который умер, вынес 200 решений вот, после смерти. Вот, поэтому там было все. То есть, и естественно, с тех те моменты это было как-то поставлено на колеса, да, там, как, там каким-то образом люди, которые таким образом зарабатывали себе на обеспеченную жизнь, да, то есть вот именно таким образом. А на сегодняшний день это уже все понимают, чем это грозит, все понимают, что это раскрываемо, что это все отслеживаемо. Вот, и, естественно, это сейчас на сегодняшний день делают, грубо говоря, те, которого там полтинник нужен, чтобы перетуситься месяц, там, пойти поиграть в игровые автоматы где-нибудь, да, или еще что-то там, в азартные игры поиграть. Тем более и страховые компании сейчас палец в рот не кладут. Да, они подходят уже. Да, они сейчас в суд ты обратился, начинают тебя проверять твоего потерпевшего, пишут заявление участковым сразу. Тебе приходят, ну, я просто представляю, я не занимаюсь такими делами именно профессионально, но я, когда человек мне звонит, и мне очень вообще начинает трясти, когда говорит, вы автоюрист? Я такой профессии не знаю, автоюрист, есть просто юрист, нету автоюриста. Хорошо, тогда еще один вопрос к вам, как к юристу. Квартирный вопрос, права арендаторов, арендодателей, вот как здесь не попасть впросак? Что делать, как правильно общаться, как правильно заключить договор. Чтобы и не выгнали, и заплатили вовремя аренду. Ну, смотрите, первое – это составить грамотный договор. Но при этом вы должны понимать, как бы договор не был бы составлен, договор, условия договора выполняются сторонами, то есть физическими лицами, людьми, гражданами, да? И все зависит от их добросовестности, с одной стороны и второй стороны. Более подробно о связке арендатор-арендодатель расскажем в наших следующих программах. Накануне вечером в Армавире 46-летнему водителю оказалось мало проезжей части, поэтому он решил устроить дрифт в сквере на улице Комсомольской. После поимки правонарушитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался и получил в ответ 3 протокола. Автомобиль отправили на спецстоянку. О дорожно-транспортных происшествиях в краевом центре далее в программе. Иногда аварии в нашем обзоре мы объединяем по какому-то общему смыслу. Сегодня это грубейшие нарушения при проезде перекрестков и на запрещающий сигнал светофора. В пятницу на пересечении Фрунзе и Чапаева было зафиксировано следующее происшествие. Равнозначный перекресток регулируется знаком «Проезд без остановки запрещен». Для тех, кто далек от вождения автомобиля, поясним. Едешь по улице Чапаева, остановись и убедись, что никого нет, и двигайся дальше. Именно это предписание и не выполнил владелец темного седана. Без какого-либо намека на торможение он выезжает на перекресток и в тот же момент получает кармическое наказание от белого кроссовера. Реакция виновника достойна сцены, но вместо благодарных зрителей на место прибыли правоохранители. Субботним днем на Сормовской ничего не предвещало беды. Но нашлись те, кто смог дать пищу для размышления водителям и повод для обсуждения мимо проходящим людям. Итак, белый внедорожник выполняет разворот. Ехавшие за ним автомобили притормаживают на сменившийся сигнал электронного регулировщика. Серая легковушка успевает проскочить перекресток, возможно, с нарушением, но, к счастью, без последствий. За ним мчится отечественный универсал. Как говорится, дурной пример заразителен. Но в этот момент со второстепенной выезжает белая девятка. От удара пострадавшую машину откинуло на островок безопасности, слегка шокировав стоящую на нем девушку. Далее ситуация стандартная, с приездом экипажа ДПС ровно через полчаса.
Серьезное нарушение, которое произошло на Ростовском шоссе и Российской, завершает наш сегодняшний обзор с камер единой дорожно-диспетчерской службы. Посмотрите внимательно на одиноко заехавшую в треугольник легковушку. Ее рулевой явно что-то задумал, причем не самое хорошее. Задержавшись на месте, буквально на секунду он решает срезать расстояние из точки А в точку Б. И у него бы это получилось, ведь воскресный трафик не такой насыщенный, как в будние дни. Но планы прервал белый седан, который на полном ходу врезался в левое заднее крыло автомобиля-нарушителя. Громкое столкновение привлекло внимание очевидцев. О повреждениях автомобилей и говорить не стоит. Главное, никто не пострадал. Они дышат под водой, равнодушны к перепадам температуры, а спасение людей – их каждодневное занятие. Сегодня водолазная служба МЧС России отмечает свое 25-летие. Опытные подводные волки рассказали нам, каким должен быть настоящий водолаз. Водолаз в первую очередь должен быть думающим. То есть он не просто должен быть исполнительным, но он должен быть думающим. Вот. Бытует такая фраза, что водолаз должен быть большой, тупой, вот, и сильный, и храбрый. На самом деле это совершенно не так. То есть мы сейчас делаем водолазов, то есть Homo habilis, есть Homo sapiens, да? То есть мы делаем сапиенсов, мы делаем водолазов сапиенсов, думающих. Это абсолютно справедливо, ведь в задачи ныряльщиков МЧС входит работа на суперсовременном оборудовании, каждодневный анализ чрезвычайных ситуаций под водой. Кстати, в любую погоду. Вот какие случаи особенно запомнились русским Посейдоном. Работа река Белая, Республика Адыгея, где машина с высоты 50 метров упала в обрыв с людьми и требовались квалифицированные водолазы на поиску подъема автомобиля, потому что было очень сильное течение, плохая видимость, и мы эту работу все выполнили. Также работа была на реке Сочи, где рыбака смыло, искали долго по порогам, но все-таки тело пострадавшего нашли. За 25 лет на счету кубанских водолазов 10 успешных операций. Осенью 2007 года они устранили последствия крушения танкера с мазутом. Благодаря слаженности и профессионализму команды экокатастрофы удалось избежать. Нередко спасателям приходится закрывать вопросы практически 70-летней давности. В 2015 году были обнаружены авиабомбы времен Великой Отечественной. Именно наши кубанские ныряльщики ликвидировали это смертоносное эхо войны. 17 мая 1996 года водолазное дело в МЧС организовали соответствующим министерским приказом. От нашей редакции хочется пожелать ребятам крепкого здоровья и рабочего энтузиазма. На сегодня это все. Увидимся завтра.